Watch News. И с вами очаровательная Виктория Батуи и человек, который смеется над тем, над чем обычно грешно смеяться. Это ты про украинский шоу-биз? Да. Это Юрий Третьяк. Бывай. Далі у випуску. Погріби, yeah. Чи виростуть гриби до рівня Івана Дорна? Найкрутіші альтернативні музиканти у боротьбі за нагороду від М1. Як можна з Дорном на одній номінації бути? Камбек Маші Фокіної в український шоу-біз. Ти спеціально прийшла на це событие, щоб придати йому веса? Навіщо Монатіку знадобилися рудоволосі діти? А хто такий Монатік, знаєш? Минулого року у номінації «Альтернатива» переміг Іван Дорн. Було багато критики з цього приводу, нібито він занадто популярний, щоб вважатися найкращою альтернативою. Якщо ти качаєш стадіони, свадьби или в наушниках, це ще не значить, що ти попса. І наоборот, якщо тебе ніхто не слухає, це ще не значить, що ти альтернатива. Які артисти цьогоріч можуть позмагатися за звання найбільш непопсових і водночас достатньо популярних, зараз дізнаємось. Наші люди всього. Мы альтернатива года. Что, издеваетесь, что ли? В нашей стране, конечно, альтернативная музыка называется, наверное, все то, что не похоже на эстраду в таком классическом понимании этого слова. Альтернатива – найбільш суперечлива і водночас одна із найцікавіших номінацій M1 Music Awards. Адже тут можуть зійтися зовсім неочікувані для глядачів артисти. До номінації «Альтернатива» ми відносимо ті кліпи, які перебувають так на межі формату або не формату для М1. Час від часу ми все ж таки беремо в ефір кліпи, які, можливо, не зовсім звичні для глядачів, але ми вважаємо за потрібне їх таки представити. Поки минулорічний переможець Іван Дорн пише у США новий позаформатний альбом, шанси на чергову статуетку в номінації збільшують одразу три його кліпи. Це чоловік, який сносить просто все на своєму пути і робить те, що він хоче. Та музика складніше, більш альтернативна, тут треба більше думати, слухатися і аналізувати. Мені кажется, він вже достатньо премій зібрав. Уже ничем не удивишь и не потешишь. Однажды он мне сказал: «Антон, пожалуйста, благослови меня на то, чтобы я стал звездой». Говорю: «Иван, на колени». Положил ему руку на голову, и все, с того момента началась его карьера. Альтернативу власному поп-гурту створив цього року Юрій Бардаш. Продюсер і засновник Quest Pistols Show зачитав реп у проєкті «Гриби». Типа гриби, типа гриби, yeah. Поднялась влага в клубі, і ми ростем. Что-то смесь олдскула и нового звучания, какого-то такого, новых битов. Не совсем уникальный клип дебютный. Дерзкий клип, такой дерзкий монтаж. Очень похож на клип Jay-Z. Позмагатися за альтернативу цьогоріч може і мама Ріка. Співачка разом із псевдонімом залишила в минулому солодку поп-музику і тепер дивує глядачів хіп-хопом, афроритмами та фанком. Я відношусь до категорії таких камікадзе музикальних. Понимаете, приходить момент в житті артиста, коли ти більше не можеш виконувати цю музику, тому що з тебе рветься наружу то, що давно вже сиділо там внутрі. Ну, ніколи не думав, що вона превратиться в мама Ріку, которая читает рэп под олдскульные биты. Мне это намного больше нравится, чем то, что она делала до этого. Видно, что вот теперь девчонка занимается тем, что ей реально по душе. Альтернативною не тільки за саундом, а ще й за картинкою. Тому що звикли бачити в ефірі глядачі М1 є група Hard Kiss. Они сломали стереотип, что у нас нет каких-то интересных дизайнерских, стилистических решений. Сценических они есть, оказывается. То есть люди могут придумать какие-то фишки, которые привлекают не только слух, но и взгляд. Ну, Hard Kiss – это очень удачный поп-проект. Уже 12 років вірним собі, а не форматом, залишається гурт Boombox. Перемогу в номінації «Альтернатива» може принести кліп «Люди». Это одно из самых ярких проявлений украинской рок-музыки в этом году. Это еще один пример того группы украинской легенды, которая делает круто, качественно, у которой есть своя философия. Короче, я их фанат. Хто з альтернативників має найбільше шансів на нагороду від М1? Група «Гриби». Да взагалі, ну як можна з Дорном на одній номінації бути? Hard Kiss в цьому плані унікальний. Мамріка ще зовсім зелененька, молода, але дуже хочеться, щоб люди оцінили по достоинству. Прогресивний поп-рок, брутальний хіп-хоп та запальний фанк. За межею поп-музики
теж є життя. Найпопулярніші артисти країни стають ведучими M1 Music Awards чарту. Цього разу обличчям проекту став Монатик. Похоже, после победы в номинации «Прорыв года» Монатик существенно прибавил в весе. И я сейчас не про социальный шоу-бизнесовый вес. Теперь он не просто Монатик, а настоящий Монат. Мы его, кстати, снимали сразу на две камеры, чтобы в экран поместился. И что из этого получилось, сейчас увидим. А, всем привет. Ну что ж, пришла моя очередь вручать виртуальные статуэтки крутейшим представителям украинского шоу-бизнеса по версии M1 Music Awards Chart. Поэтому включай M1, слушай любимую музыку и смотри M1 Music Awards Chart. Будет интересно, развлекательно, будет ярко. Особисто я вручила би Монатику нагороду за працьовитість. Днями артист відзняв уже третій відеокліп за цей рік. На знімальному майданчику побувала Міла Єремєєва. Ох уж эти артисты в преддверии M1 Music Awards, они решили активизироваться и давай работать, клипы снимать. Вот, например, Дима Монатик. И мы ради этого приехали на Интерсити в саму Калифорнию. Ты готовишься к премии, я смотрю, ты клип уже начал снимать. Боишься конкурентов? Нет, мне просто хочется работать и развиваться, я за здоровую конкуренцию. Если нас удостоят чести быть в чем-то лучшими, для нас это большая честь и радость. По-моему, я нашла дочку Умы Турман. А ты умеешь трюки делать? А кто такой Монатик, знаешь? Это который поет песню. А тебе Монатик платит за съемки, скажи честно? Нет. Детский труд, как бы сказать, эксплуатирует. А что ты здесь делаешь? Не знаю, что я тут здесь делаю. Звездная жизнь артиста. Десятки людей трудятся, чтобы ты был красивым и тобой восхищались. Ведь еще недавно Монатик был на потанцовках у Могилевской и писал песни Лободе и другим артистам. А я что? Переобщалась я с половиной шоу-бизнеса. А толку? Надоела мне моя скучная и неразмеренная жизнь. Пойду я большие артистки. Ну расскажи честно, как прорваться вот сквозь эту коррупционную составляющую шоу-бизнеса? Если ты хочешь петь, тебе нужно научиться петь. Я пою в караоке. Ну хорошо, тогда Монатика. Немножко поменять свою сцену с караоке и пробовать выходить на более широкую аудиторию. Тебе нужно поискать, конечно же, репертуар. Если ты не пишешь сама, обратиться к композиторам. В окне я вижу прошлое, но не забуду, как нужен был. Я будто любовью окрыленная, воскрешенная тобою. Белый стих? Это мое творчество, Дима. Я начинаю свой путь с этих строк. Хорошо, пускай это будет твоим хитом. Теперь нужно построить какую-то правильную мелодику. Рифму было бы хорошо Рифму? Тоже отыскать, хоть какой-нибудь. Фортепиано нужно. Все, я по твоему указанию пойду саунд-продюсеру. Я обещаю, что когда-нибудь я все-таки засияю. Я вижу в тебе прорыв 2018-го, давай так. Буду лояльным с тобой. Ну все, я начинаю свой тернистый путь в украинский шоу-бизнес. Ждите меня, артисты. Я буду еще лучше. Маша Фокіна повернулася в шоу-бізнес, представила нову пісню і кліп на закритій вечірці. А могла презентувати старий кліп. Все одно ніхто не пам'ятає. Шучу-шучу, ми Машу любимо. Маша представила пісню під назвою «Ашанті», яку виконала разом із учасником «Інь-Ян» Артемом Іоновим. Который даже псевдонім взяв Ісаак, щоб не узнали, щоб не запятнати своє ім'я. Успех прошлогодней премии M1 Music Awards настолько потряс даже, казалось бы, забытых артистов, что первой восстала Маша Фокіна. Кто? Спросите вы. Ну, Маша Фокіна, ну вот это. А, все равно вы не знаете. Ты специально пришла на это событие, чтобы придать ему веса? Нет, я не про вес. Ну, в смысле статусности, важности. Я просто пришла поддержать Машу. Откуда вы знакомы с Машей? Ну как, это она невероятная. Многие девушки, кстати, имитируют, вы знаете что? Пение, да. Половина нашей эстрады делает так. Что вы скажете о вокальных данных Маши? Ой, you know what? Что общего у высокосного года и у Маши Фокиной, знаете? Раз в 4 года.
Я думаю, что сейчас это будет чаще. Вы тоже сейчас про секс говорили? Конечно. Все заметили, да? Работали с Алланом, Аллан вырастил конкурента. Нет, ну куда нам до таких метров, как Иван Бадоев? Это же хобби для меня и удовольствие. И способ заработать денег. Мы видим в этом клипе, Оля не сильно заморачивалась в работе стилиста в плане одежды. Маша, она повзрослела, она стала уверенней. Не про фэшн, а именно про чувства, про душу, про тело, про красоту именно не одетую. Я считаю, что Маша это такая украинская Ким Кардашьян. У меня есть тебе подарок, кстати, я взял с собой. Да, мне страшно. Не все наши телезрители знают, но ты зимы проводишь в Америке, поэтому в твоей жизни лето без конца. Как-то так с детства получилось, слава богу, что я могла позволить полететь зимой куда-то более в теплое место, чем Киев. Маша Фокина, она как Ива Бобл. Роскошные волосы, отсутствие концертов. Ты знаешь, что Ива Бобл шикарно поет. Найдите 10 отличий Маши Фокины и Ивы Бобла. Первое. Ива Бобл хорошо поет. Иногда достаточно... Бюджета. Ну, тоже да. Иногда достаточно... трех ноток в песне. Имя любимое, вот это. Имя любимое мое, кстати, в двух нотах, но мне сложнее всего петь песни, которые в двух нотах. Это правда сложно. Чем проще песня, тем сложнее ее выбить и спеть точно. Это мы сейчас шахтерам передаем привет, насколько тяжело быть певицей. Слушай, тут так шумно, что-то мешает. Это не клип Сушины Фокиной? Вообще-то презентация идет, нужно посмотреть. Мы потом посмотрим в эфире М1. Мы поймали самого свежего среди самых свежих комиков и стыда. И ведущий Андрей Шабанов. Ну, такой я себе, конечно, стендапер. Мы знаем. Ведущий, конечно, самый высокооплачиваемый. Мой сегодняшний гонорар. Воу! За еду. Эктор, кстати, сам готовил. Ну, да, я знаю. Что ты ожидал от этой премьеры вообще? Скажу тебе честно, от этой премьеры я не ожидал ничего. Я бы в этом году, кстати, Орехокол отдал бы именно тебе за песню раз в 4 года. Отдам тебе просто Орехокол по голове скоро. Мы поели, вы посмеялись. Одним словом, можно поздравить Машу Фокину с выходом нового видеоклипа. И, надеюсь, встретимся через 4 года. Хотя нет, наверное, раньше. Или... А, да ладно. Ты такой злой, я просто в шоке. А, Юр, я тут прошел по гостям, собрал мнение. Иди домой. Наконец-то! У нас есть кто-то злой вообще. Після минулого випуску ми отримали багато позитивних відгуків. Поэтому заявляю, все, что я говорю, это юмор и сарказм. Это не серьезно, как и весь український шоу-бізнес. До зустрічі рівно за тиждень. Побачимо! До церемонії M1 Music Awards залишилося 77 днів, 22 години, 47 хвилин.